Привет всем зрителям канала Toy House. Сегодня у нас на обзоре автомобиль Land Cruiser Prado 150 2010 года выпуска. Данный автомобиль масштаба у нас 1:43, производитель фирма Вэйли, Китай, соответственно. Цена данного автомобиля 400 рублей. Данный автомобиль сделан из металла. Светотехника передняя, головная, сделана из пластика. Противотуманные фары у нас просто прокрашены. Задняя часть автомобиля также светотехника пластиковая. Так, что еще? Сзади у нас имеется, на номерах написано, надпись Land Cruiser Prado. Также есть надпись наверху номера, тоже Land Cruiser Prado. Значок Toyota. В задней части автомобиля также должен быть дворник, но он, к сожалению, отсутствует. Имеется небольшой вот такой вот спойлерочек. Спереди у нас также на номере мы можем видеть надпись Land Cruiser Prado. Такую яркую, прям хромированную решетку радиатора со значком Toyota. Так, колеса у данного автомобиля резиновые. Автомобиль инерционный. Ездит хорошо, быстро. Имеется также подножка, сделана с двух сторон. Также у этого автомобиля две открывающиеся передние двери. Прикольно то, что эти двери сделаны вместе с со стеклами идут. Так что присутствует стекло. Это прикольно. Добавляет естественности. Эта часть сделана из металла. А все вот это вот уголочек, он полностью пластиковый, как бы вклеен в железную дверь. Так, салон данного автомобиля довольно неплохо проработан. Все так сделаны, и воздуходуйки, и руль, и кнопочки проработаны. Также сиденья, даже есть вон подстаканники сделаны. Неплохо так сделана моделька. Так. В общем, вот такой вот автомобильчик. Что еще? Также у нас есть дворники передние, но они сделаны цельной деталью. Просто вот в этот кусок пластмассы они, ну, сделаны, и все. Так. Также у нас в салоне присутствует зеркало, имитация зеркала. И имеется люк на крыше. Вот такой вот, в принципе, автомобильчик. Неплохой, симпатичный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока.